В минувшие выходные Екатеринбург посетила паломническая группа из Тобольска. Духовная экспедиция из первой столицы Сибири помолилась за богослужениями в местах, связанных со святой царской семьей. В субботу божественную литургию в храме на Крови возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Архипастырь также совершил богослужение в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганино-Яме вместе с главой епархии митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. За богослужением в храме на Крови молились воспитанники Тобольской духовной семинарии, Тюменского духовного училища, православной гимназии и общеобразовательных школ Тобольска и Тюмени. Порядка 150 человек во второй раз приехали в Екатеринбург из Тобольской митрополии, чтобы поклониться святыням, связанным с царственными старцотерпцами. Хотелось бы, чтобы вы, прикасаясь к святыням нашего народа, погружаясь в познание правды и истины истории государства российского, укреплялись в вере и обретали надежду и упование на Бога, вступая в жизнь и благоустрояя Отечество наше. В канун Дня обретения мощей святителей Асафа Белгородского и перенесения мощей боговерных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, митрополит Тобольский Тюменский Димитрий и епископ Ишимский Ромашевский Тихон совершили всеночное бдение в Державном храме мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганино-Яма. Митрополит Кирилл за богослужением поприветствовал паломников из Тобольской митрополии и вручил гостям, преосвященным владыкам, образ святых царственных страстотерпцев. Каждому учащемуся в дар преподнесли иконку, книжку об обители и брошюру об архимандрите Антонине Капустине, создателе так называемой русской Палестины. Наши епархии, наши земли связаны великим крестным путем святых царственных страстотерпцев. И для нас эта связь является кровной, потому что именно из Тобольска были направлены стопы нашего государя, святого страстотерпца Николая Александровича, сюда вместе с его семьей, и они приняли здесь великий мученический венец. И поэтому для нас сегодня очень радостно и отрадно видеть вас и молиться с вами. И верим, что сегодня благословение святых царственных страстотерпцев и с ними пострадавших мучеников сегодня пребывают над всеми нами и сугубо над вашей паломнической группой, дорогой владыка. Митрополит Димитрий поблагодарил митрополита Кирилла и братью обители за гостеприимство и пригласил владыку духовенства и всех прихожан Екатеринбургской епархии в Тобольск, чтобы поклониться святыням, также связанным с пребыванием в городе святых царственных страстотерпцев. Хочется пожелать всем, кто прикасается к святыням Екатеринбурга, вот этих окрестностей, все-таки подумать о своей душе, которой есть дыхание Божие, и прикоснуться, и почувствовать благодать Божию. И тогда вера укрепится, корни наши укрепятся, и наше древо жизни будет лишено тех недугов, тех болезней, которые в обществе мы видим, они всегда были и будут. И, конечно, чтобы Господь дал нам любовь к Богу и ближним.